Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Хватит. Опусти ружье. Ты же не убийца. А то, что со студентом произошло, так мы разберемся. Не стрелять! Как же? Вы разберетесь. Спокойно. Я знаю, ты защищался. Разберемся. А вот, Яков Платоныч, примите мои поздравления. Быстро вы его поймали. Ну, а как по-другому? Ну-с, прошу любить и жаловать. Илья Петрович Уваков, чиновник для особых поручений сыскной части Санкт-Петербургской городской полиции. Илья Петрович прибыл в Саптонск, чтобы помочь нам в расследовании убийства. Ну, здравствуй, Илья Петрович. Давненько не виделись. Да уж, много. Воды утекло. Нам с Яков Платоновичем довелось вместе работать в Петербурге. Дела давно минувших дней. Ну, а к нам какими судьбами? По вашему запросу, студент ваш проходит у нас по делу некого Мореля. Ну вот, я вот здесь вот еще подправлю немного. И завтра, пожалуйте, на последнюю примерочку. А, по-моему, чудесно получилось. А тебе как, Анушка? Ну и куда мне в этом? Ну, я же на куклу похожа. Ну как куда? Вскоре большой прием. У генерала Савельева нужно быть во всей красе. Кому нужно? Тебе нужно. Не вечно же в девице ходить. Ой, мама, почему всегда об одном? Дорогая моя, ну это же самое главное. Пули тоже надо смазать. Что вы сказали? Я говорю, пули надо смазать. Для меньшей освинцовки ствола. Да они центруются после этого лучше. А откуда такие познания? Я на войне был. На Крымской. Где был разжалован в рядовые за дуэль? Это британский бульдог второй модели. Был разработан через 5 лет после окончания Крымской войны. А вы такие тонкости знаете? С чего бы? Ремесло обязывает. Я оружие подчиняю, стрельбе обучаю. Мне полагается знать все об оружии. А почему же тогда не стали добиваться возвращения звания? Уехали в глушь. Живете как простой лесник? А мне такая жизнь по нраву. С природой как-то все понятней, чем с людьми. Природа, она ведь не обманывает. А может, обиду затаили на весь мир за судьбу свою сломанную? Да бросьте ваши тонкие подходы. Я убил. Чего вам еще надобно? Ну, хорошо. Рассказывайте, как все было. Да как все было? Шел я ночью к домику. Вижу, стоит кто-то, целится в меня из револьвера. Вот я и выстрелю. Из чего? Из револьвера.
А где револьвер? В речку выбросил. Да и вообще не знаю этого студента. И не знаю, почему он в меня целился. Может, спутал с кем-то? Определенно. Покойный студент должен был убить кого-то из Елагиных. Что думаете? Вы давно знаете эту семью? Да. Я давно знаю семью. Только я в их дела не лезу. Я у них егерь, а не стряпчий. Так, значит, шли вы от деревни? Нет. По тропинке от Елагиных. А из какого револьвера стреляли? Кольт. 53-го года. Сколько раз? Один. А мне больше не требуется. А он? Что он? Упал, значит, и... Упал. Но только успел пальнуть в ответ. Сколько раз? Один. Куда ему больше? Это платье великолепно. Пожалуй, тебе стоит обновить гардероб. Анна, поторопись. Просто задумалась. Ну, тогда, может быть, поедем? Ой, я же забыла совсем. Я же Коробейникову обещала помочь с переводом. Ой, так некрасиво получается. Наверное, заждался меня уже совсем. В общем, я ненадолго. И к ужину обязательно вернусь. Анна! К ужину вернусь. Анна! Трогай! Да, жаль. Торжественной встречи не будет. Увы. Держи, братец. Держи. Выпей за меня. Благодарствую тебе. А? Шел! Может, вернемся? Ну, гуляли же. Холодно ночью. Остудил голову-то. Теперь можем и поговорить. Да, маменька, дома оно как-то уютнее. Коли разговор серьезный, так нам уют домашний лишь помеха. Выкладывай. Полюбил я маменьку. Всем сердцем. Я жениться хочу. Ах, вот оно что. Жениться. Завел, значит, голубок себе за знобы, заради утех тайных. А она в дом проситься стала, так? Да на таких не женится, пойми, ты дурень! Маменька, это я так решил. Это я хочу, чтобы она в дом пошла, как жена моя законная. И знать ничего не хочу. Голову она тебе морочит. Душа твоя наивная. А может, просто забавляется. Маменька. Скорее, с умыслом каким. Нет, нет, это не так. Бордель устроил в домике охотничьем. Там опять смерть хороводит. Хочешь беду на нас навлечь? Маменька, я его не убивал. Я у Гусятникова был, вы же знаете. Я знаю, знаю. Знаю. Ты хороший мальчик, послушный. Думаешь, она тебя любит? Да, любая босячка за тобой на пузе поползет. За богатством твоим. Да. Сынок. Маменька, да у меня жизни без нее нет. Ну, дозвольте ей жениться.
Только бы девица порядочная была, а это не дорожит она честью девичьей. Сколько у нее до тебя было? М? Нет, маменька, она не такая. А какая? Такая, такая. Маменька, я не переживу, если вы не примите Дашу. Я из дома уйду. Смерть отца пережил? Стало быть, и остальное переживешь. Или хочешь мать в могилу свести? Критической жизненной ситуации мы столкнулись с несколькими случаями убийств, которые совершали люди весьма далекие от преступного мира. Но их всех объединяло то, что они оказались в критических жизненных обстоятельствах и все обращались за помощью к Морелю. Да, но почему Затонск? Ваш студент, он не исключение. Мы обнаружили его расписку в конторе Мореля. И когда от вас пришел запрос, я понял, необходимо ехать в Затонск. Морель поставил отдел на поток? Именно. Он приобрел известность и клиентуру в определенных кругах и создал своего рода агентство убийств. Кто же он, этот Морель? Авантюрист. Человек без морали и чести. Задержать его, к сожалению, не удалось. Скрылся. Да, но почему жертвой должен был стать кто-то из Елагина? Один из братьев. Владимир, он в последнее время брал у Мореля крупные суммы. Значит, в городе должен находиться еще кто-то из людей Мореля. Из чего же это следует? Домохозяйка студента убита. Я думаю, подчищают следы. Убийца забрал документы, только не знал, что студент отдал накануне белье в стирку. И по меткам мы установили его имя. По нашим данным, Морель приехал в Затонск лично. И я рассчитываю здесь его взять. Ну, разумеется, с вашей помощью. Прошу простить. Яков Платоныч, Владимира Елагина видели в Затонске. Сейчас как вроде у матери своей в имении. Антон Андреевич, вы ждите в управлении, а мы к Елагиным проведаемся. Меня зовут Анна, я дочь адвоката Миронова. И по поручению начальника полиции, господина Артюхина, я должна тайно осмотреть комнату вашего нового постояльца. Я надеюсь, вы понимаете меня, да? Тайно. Я не могу. Не можете. Ну, хорошо. Я тогда сообщу господину Артюхину, что вы отказались оказать помощь следствию. Да, и, вероятно, вас лишат патента. А как же это? Что же это? Перестаньте вы охать. Ваш постоялец – государственный преступник. Вот, господи, такой приличный господин с виду. Да я остановился всего на сутки. Ключ от комнаты. На 5 минут.
Благодарю вас, господин Морель. Зачем ты здесь? И вам доброго здравия, матушка. Марк, ну не надо бы так, он же брат мой все-таки. Твой отец застрелился из-за него. Из-за твоего брата. О чем вы, маменька? О чем я? О том, что не отец твой стрелял на той охоте, а вот он почудилось ему дичь в кустах. Потому как сильно пьян был. Не мог дитя от кабана отличить. Отец всю вину на себя взял. Сказал, будто случайно пальнул. Померещилось, мол, что-то. А потом и сам застрелился, не выдержал. А Володька уже начал требовать свою долю наследства. Узнал, что брату-то младшему все досталось. Грозился даже убить тебя. Вот потому я из дому его и выгнала. Как ты мог? В охотничьем домике это я его нашел. Он в луже крови лежал. Да мне 16 лет всего было. Да ты представляешь, каково это? Ты представляешь? Ты зачем вернулся, а? Ты зачем? Ты все нарушил! Я стала забывать этот кошмар! Владимир Семенович! Я же наказывал вам не покидать Петербург. Анна Викторовна, здрасте. Какими судьбами? Добрый день, Антон Андреевич. У меня срочное сообщение для Штольмана. А где он? Он уехал срочно, но он скоро вернется, наверное. Хотите подождать? Может, водички? Я видела очень подозрительного господина. Я убеждена, что он причастен к недавнему убийству. Почему вы так считаете? Просто знаю. Поверьте мне, кажется, его зовут Морель. Морель? Уваков тоже говорил про Мореля, он и охотится за ним. Нужно торопиться, пока не произошло непоправимое. Так. Вот. Это его адрес. Может, все-таки дождемся господина Штольмана? Антон Андреевич, вы что, не понимаете, что речь идет об убийстве? Надо немедленно задержать этого господина. А вы что, вы следили за ним? Так мы идем, Антон Андреевич. А что, если нам, ну, дождаться все-таки Штольмана? Ну, в управлении сейчас нет ни одного свободного городового. Вы, Антон Андреевич, может, боитесь? Что вы такое говорите, Анна Викторовна? Из ваших уст слышать это обидно очень. Любезный Антон Андреевич, я не хотела вас обидеть. Запалили время. Аккуратно, аккуратно. А теперь домой, домой. Сегодня надо все закончить, Даниэль. Последний шанс. Полиция идет по пятам. Надо уезжать. Слышь, что я говорю? Даниэль! Надо уезжать. Срочно. Слышу, не глухая. И довольна называть меня Даниэлем. Хорошо. Тогда расскажи мне, почему сорвалась акция? Кто убил студента? Почему Алексей Елагин еще жив? Я все сделала как надо.
Свела обоих в одном месте и в одно время. Студента поджидала на дороге. Но не дождалась. А что там произошло, не знаю. Следов каких студент не оставил? Все почистила. Хозяйка квартиры попила чай и заснула вечным сном. Документы студента сгорели в печке. Все. А я выхожу из игры. Я так и знал. Догадывался, что ты ведешь какую-то свою партию. Поэтому все пошло не по плану. Я хотел тебе только напомнить, что из моей игры живыми не уходят. А ты меня не пугай. Я с тобой никуда не поеду. У меня теперь свой интерес имеется. Думаешь, весь куш себе оставить? Унесешь ли, душонка мещанская? Унесу. Надоело мне от тебя подачки получать и стелиться под тобой. Я лучше ворчонка этого Елагина женю на себе, и он мне все свое богатство под ноги сам принесет. Нужна ты этому борчонку. Тебе, что ли, нужна? Ты только умеешь, чтобы пользоваться людьми. Я думал, у нас любовь. Может, и была любовь, пока я не прозрела и не поняла, что с тобой у меня только пустота и тьма на душе, а впереди только смерть. У нас у всех впереди смерть. Не обманывай себя. Не будешь ты елагинской невестой. Мать его не позволит. Невестой? Может, и не буду. Зато содержание получу пожизненно. Потому как ребенка. Все, господа следователи, да? Не был я у домика в ту ночь. А где были? Да, Гусятникова я был, я же говорил вам уже. Да, вечером вы приехали к Гусятникову и были у него до утра. Но всю ночь вас не видела ни одна живая душа. Ну, так я спал. Я спал в гостевой комнате. Выпили мы изрядно. Ну, может так, а может нет. Приехали вы к Гусятникову верхом? Также ночью могли проскакать 10 верт охотничьего домика.
и вернуться никем не замечен. Чушь, чушь. Лошадь всю ночь постояла в конюшне. И этого тоже никто не может подтвердить. А вот застрелен был студент из револьвера той же марки, что мы нашли у вас. И стреляли вы из него. Так. По нагару видно. Да, мы стреляли по бутылкам. В Гусятникова. А это тоже не доказывает то, что вы не стреляли в студента. Все против вас, Алексей Семенович. Может, не стоит отпираться? Пока ничто не доказывает того, что в погибшего стрелял Алексей. Увидите. Следующий. Что ж, Владимир Семенович, да. Еще раз повторю свой недавний вопрос. Угу. Что вас связывает с господином Морелем? Понимаете, тут такое дело, я задолжал Морелю крупную сумму, оставил ему кучу векселей, расписок всяких на сумму гораздо большую. Подумал, что надурил Морели. Наследства-то у меня никакого нет. Вы действительно считали, что Морель так наивен? Да. Да. Но потом я в последний раз все-таки посмотрел, что там в этих бумагах. Проценты. Проценты. Только за один год мой долг вырос в 10 раз. Ну, я, правда, подумал, что, мол, черт с ним. Денег у меня не было и не будет. Что же вас заставило приехать в Затонск? Я же предупреждал вас, не уезжайте из Петербурга. Брата, оставьте его у себя, пожалуйста. Пусть у вас сидит, умоляю вас. Довольно странная просьба, однако. У вас просто безопаснее. Алексею грозит опасность. Поэтому вы здесь? Понимаете, Морель как-то сказал, что ему все равно, с кого получать долг, с меня или с брата. Я только потом понял, что он собирается погубить Алексея. А все наследство, которое мне причитается по закону, забрать себе за долги. А почему отец лишил вас наследства? Это сугубо семейное дело, не имеющее касательства... Отец взял вину на себя за то убийство на охоте. Он ждал, что я приду к нему с покаянием, к нему и к родителям девочки той. Я не пришел. Выходит, Виктор Иванович, вы об этом не знали? Нет. Но тюрьма не грозила ни вам, ни отцу. Дело-то было улажено. Отец ждал, что то у меня совесть проснется. Не дождался, он сам стоял на коленях перед родителями девочки погибшей. А потом, не знаю, то ли не выдержав молвы людской, то ли скорее от стыда за меня, за то, что сын у него без души и без сердца вырос. Застрелил. А кто убил студента? Я не знаю. Я правда, я не знаю. Я узнал об этом здесь, в Затонске, я не знаю. Теперь, когда у нас есть главный свидетель, определенно, господин Морель отправится на каторгу. Осталось только его поймать. Увидите. А где Коробейников? А, Коробейников с Анной Мироновной спешно куда-то убыли. То, что раньше не сказал. Так вы не спрашивали. Поехали быстро. Тише. Скорее бы штурман приехал. Как он узнает, где мы?
За что? Не приближайтесь. Я буду стрелять. Я предупреждаю. Извольте. Я ваша власть. У кого оружие в руках? Тот хозяин положения. Есть. Господин Морель. Вы арестованы. Взять. Яков Платоныч, вы с нами? Езжайте без меня. Я пешком пройдусь. Трогай. Вы что, с ума сошли? Вы понимаете, что подвергли опасности не только свою жизнь, но и жизнь Анны Викторовны? Я хотел как лучше. Вас не было. Я вышвырну вас из полиции. Яков Платоныч. Извольте точно исполнять мои указания. Если я вам сказал, ждать в управлении, нужно ждать в управлении. Анна Викторовна прибежала, сказала Марии. Зачем вы ее с собой потащили? Она что, слушает кого? Нарекание вам на первый раз. В следующий раз уволю. Странно, я не видел, как она уходила. Я внимательно смотрел за следов насилия. Не нашел. Полагаю, она была просто отравлена. Тело, однако, нашли под кроватью, и она явно не сама туда забралась. Выглядело все так, будто ее туда затолкали уже мертвые. А смысл? Я не вижу в этом логики. Ненависть. Там было два бокала, и Марильяна ее перехитрил. Наблюдал ее агонию, а потом наказал ее. Демонстрация власти. Если все так, как вы говорите, Яков Платонович, то мир просто сошел с ума. Нет плас ультр. Дальше некуда. Анна, мы должны серьезно поговорить о том, что произошло вчера. Простите, я заставила вас волноваться. Простите, это слишком просто. Ты должна пообещать нам. Я обещаю. Свежего предания. Анна, пойми, это не шутки. Записка из полиции для Виктора Ивановича. Как адвокату семьи Елагиных вам надлежит явиться в полицейское управление сегодня же в полдень. Начальник сыскного отдела полиции Штольман. Прошу прощения. Дела. Ну, конечно, Елагин. Уже и не до дочери, если Елагина. Я ее адвокат. Ты не забыла? Благодарю вас за помощь, Яков Платоныч. Приятно было с вами снова поработать. Милости просим, Илья Петрович.
Мне искренне жаль, что ваша карьера в Петербурге была так внезапно прервана. Вижу, хватку вы не потеряли. Лихо, Мореля, раскрутили. Да что уж. Да, благодаря вам мы получили его признание в убийстве Дарьи. Хотя кто бы мог подумать, что такой подонок способен потерять самообладание от ревности. Не смог он смириться с тем, что его женщина вышла из-под его власти? Видно, такой характер. Посядьте. Яков Платоныч, в Петербург-то не тянет? Скучно здесь, поди. Да нет, Илья Петрович, не тянет. Мне здешняя неспешность милее столичной суеты. Ну, тогда прощайте. Пора в путь, господин Морель. Спешу порадовать, до Петербурга вы поедете совершенно бесплатно. Как говорится, за казенный счет. А вот за убийство Дарьи Климовой придется заплатить сполна. Свидетелей хватает. Не было помутнения рассудка от ревности. Судья меня оправдает. Ну что ж, посмотрим. Меньше трогаешь. Софья Николаевна, ваш сын признался в убийстве. Как? Не может быть. Он уговорил себя. Признался под тяжестью улик, алиби у него нет. А студент был убит из его револьвера, так что все против вашего сына. Да ведь признался же егерь. А вот это самое оговор. Он не знает всех обстоятельств. Не мог Алексей убить. Не мог. Да и зачем ему? Это егерь. Он же сознался, во всем сознался. Яков Платоныч, а какие основания для подобного заявления? Приведите егеря. Слушаюсь. Так а почему вы не в участке, Антон Андреевич? Я так понимаю, там ведь сегодня заключительный акт вчерашней трагедии? Да там без меня полный зал. Аншлаг. К тому же Штольман дал мне выходной. Ох, а я бы послушала. Анна Викторовна, там вчера у Мореля я не то чтобы струсил, но не подумайте. Антон Андреевич, а пригласите меня куда-нибудь? У вас же выходной сегодня. Да сколько можно повторять? Случайно получилось. Я в темноте-то не разобрал, кто там. Вижу, целится. Но я и выстрелил. А откуда вы подошли? К домику? Со стороны деревни? Нет. От Елагиных. Отпустите его. Он не виновен. Спасибо тебе за верность. Ермолай. Да мне-то за что? Мне, Софья, к невзгодам не привыкать. Все угадал Ермолай. Все вычислил. А ведь он знал, какой у вас револьвер. А то, что стреляли вы один раз, просто угадал. Ошибся только в одном. С какой стороны вы к домику подошли? Я ему подсказал, что со стороны деревни, а он подумал и возразил, говорит, со стороны вашего дома. Не угадал. А вы почему подошли со стороны деревни? Там окно с той стороны. Я хотела посмотреть, не горит ли свет. Расскажите все по порядку. Записку я получила. Про свидание сына моего, Алексея. А записку эту написала Даша, сообщница Мореля.
Она хотела выйти замуж за Алексея, войти в богатую семью и избавиться от своего любовника Мореля. Понимая, что согласие госпожи Елагиной на брак с Алексеем ей не получить, она построила все так, что на место встречи со студентом явилась именно Софья Николаевна, а не Алексей, который был запланированной жертвой. Продолжайте, Софья Николаевна. Я тогда решила застать их обоих врасплох. Накинула я, значит, плащ с капюшоном, чтобы не узнал никто. И пошла к охотничьему домику. Револьвер с собой прихватила, что от мужа остался. Ночь, лес, мало ли что. А говорили, что револьвер в речку выбросили? Солгала я. Уж не обессудьте. Темно было, холодно. Я к домику подошла. А в 10 шагах увидела человека с револьвером на изготовку. Он выстрелил. Все, слава богу. Невольно получилось. Не хотела я его убивать. Меня муж учил из револьвера стрелять. Любимая была его игрушка. Рука у вас верная, ничего не скажешь. Прямо в сердце попали. Обращаю ваше внимание, что имеет случай самозащиты при непосредственной угрозе жизни. Мудрено уж больно. Чем сложнее затея, тем меньше шансов на успех. Так на этот случай у Дарьи другой план был? Беременна она была от Алексея. И могла рассчитывать на приличное содержание. Беременна? Да. Откуда вам это известно? Она в сердцах рассказала об этом Морелю. Виктор Иванович, как бы то ни было, прошу вас, помогите Софье Николаевне изложить все рассказанное на бумаге и оформить соответствующим образом. Не сочтите за труд. Конечно, Иван Кузьмич. Скажите, а что с Алексеем и Владимиром? Закончим с формальностями, отпустим их домой. Полиция не имеет к ним претензий. Яков Платоныч, не говорите ничего Алексею про беременность, про это. Очень прошу. Не надо по тебе, уезжай. Мать не простила и не простит. Простит. Простит, дом сожгла. Простит, дай ей время. Вот я и даю ей время. А ты? Ты прощаешь? Я тебе не судья. Давай. Жду во всякое время. Береги себя. Пошел. Морель в Петербург так и не доехал. Бричку его нашли в полях. На обочине дороги. Но в ней Морель и двое городовых мертвы. Господи, а кто же их?
Подозреваю, кучера исчез бесследно. Ну, как странно. А, вот еще. Рябушинский написал статью студента, который пошел на убийство ради денег для своей больной сестры. Как он все это выведал? Не поленился, в Петербург съездил, но и замучил там всех своими расспросами. А я вот все время думаю, а если бы мне пришлось выбирать, как бы я поступила на месте студента? Не стоит задаваться такими вопросами, Анна Викторовна. А вы, Яков Платонович, пошли бы на преступление ради родного человека? Нет, я полицейский. Да вы только так говорите, чтобы от меня отделаться. Что с вами? Так, призраки. Игра воображения. И много их там? Да будет вам, Яков Платонович. Слишком вы впечатлительны, Анна Викторовна. А вы так умеете все просто и убедительно объяснить, дорогой Яков Платонович. Знала, что ты вернешься. Ведь боишься, ненавидишь и боишься меня. Аж поджилки вон трясутся. А тебе и надо меня бояться. Замолчи. Женя. Женя, откройте мне. Женя, пожалуйста, откройте. Искать.
Войдите. Барышня, там к вам пришли. Ко флигелю. Просит, чтобы вы вышли. Здравствуйте, Анна. Вы меня помните? Конечно, Лиза. Почему же вы через парадное не вошли? Ну, чтобы вам уж после с родными не объясняться. Горе у меня, барышня. Подруга моя, Женечка Григорьева, пропала. Как пропала? Ушла вчера днем, и нет ее до сих пор. А она тоже? Да, из заведения. Может быть, она заночевала где-то, задержалась? Она вчера меня жутко напугала. Говорит, если завтра утром не вернусь, Лизка. О, мадемуазель. Je vous demande pardon. Не ожидал. Никак не ожидал. Если, говорит, утром не вернусь, Лизка, поставь за меня свечку за упокой моей души. Вы же можете узнать, жива моя Женечка или нет. Вы уж помогите, барышня. Ну, хорошо, я постараюсь помочь. Я заметил, как она выходила из заведения мамады. И не удержался. Она меня увидела уже здесь, на лестнице, и попросила уйти. И вы покорно ушли? Да, я пошел домой и лег спать. А зачем же сегодня вернулись сюда? Я ужасный сон увидел. Почувствовал, что Женя нехорошо. Вернулся и вот нашел ее здесь. И часто у вас такие сны? Что? Здесь оставайтесь. Здравия желаю, господин. Чего же не суемся, ежели ищем кого, порой и облавы устраиваем. Ну, а так-то, конечно, место неблагонадежное. Да. И место неблагонадежное, и публика мерзкая. Хозяин сказал, что комнату покойная вчера сняла, как стемнело. Всех постояльцев допросили? Так точно, но никто ничего не слыхивал. Или говорить не хотят. Оружие убийства уже ищем. Велел все вокруг дома облазить. Сомневаюсь, что найдете. Ну, что я хочу сказать. Смерть наступила, очевидно, 9-10 часов назад. Причем жертва не сопротивлялась. Или сопротивляться не могла. Скорее всего, это результат действия морфина. Да-да, морфин. А какова была доза? Эх, вот она, какая бы доза ни была, причина смерти очевидна. Очевиднее некуда. Ульяшин, припроводи-ка студента в участок. Слушаюсь. Пусть посидит, подумает, может, вспомнит чего. Интересно, что же привело тебя сюда? Моншар, тебе были гости? Пропала одна девушка. Это ее подруга приходила? Да. Я пробовала вызвать ее дух, но ничего не получается. Такое чувство, что словно что-то мешает. Как будто она сама не хочет, чтобы я ее тревожила. Ну, значит, она жива? Значит, жива. Я что ли на участок? Спрошу, не заявлял ли кто об этой девушке? Здравствуйте, мадемуазель Жолдина. Будьте любезны. Я бы хотел увидеть Аглаю Львовну. Да? А она еще не выходила. Так я могу распорядиться вместо нее? Чего вы желаете?
какой комнате проживала мадемуазель Григорьева? Проживала? А что с ней? Убита. Яков Платоныч, что-то случилось? Ваша подопечная, мадемуазель Григорьева, убита. Комнату ее покажите. Сюда пройдемте. Женечка часто ездила на могилку к своей матери. Я ее отпускала. Я, знаете ли, относилась к ней по-особенному. И что ж такого особенного в ней было? Позвольте полюбопытствовать. О, от нашей графини многие голову теряли. Она никогда не стремилась вырваться отсюда. Отчего же? Знаете ли, вкусила тяжелой жизни. Она всегда была роковая. Денег при ней совсем никаких обнаружено не было. Да? Но она этим не была обделена, поверьте. Самая дорогая девочка моя. Вы всех ее гостей знаете? Последний месяц, можно сказать, что она была на содержании. Всего один гость посещал. Белецкий. Да-да, управляющий Яковлева. Это фабриканта Яковлева? Его-с. Это очень солидный клиент. Правда, здесь он никогда не оставался, но бывало брал ее даже на 2 дня. А это недешево. А из новеньких кто-нибудь к ней проявлял интерес? Ах, студент! Ну, конечно, студент нахаживал, часами сидел в зале, знаете ли, такой идеалист. Боже мой, откуда такие берутся? Мать, вы говорите, у нее умерла, а отец? О нем я ничего не знаю. Женечка была из Зареченска, это на том берегу. Точный адрес знаете? Нет. У нас здесь семейственность не поддерживается. Как съездили, Антон Андреевич? Ай, все зря. Нет в губернии денег даже обновить наш экипаж, не то что поменять. Привез прошение с отказом. Так и будем, значит, на старых колымагах гонять. Коля! Николай! Антон. Вершинин! Антош! Коробейников! Я слыхал, что ты при сыске. Задержан на месте преступления. Господин следователь, велели их в участок припроводить. Вот так дела. Хорошо. Я принял. Ты свободен. Что случилось? Убийство, Антон. Необъяснимо. Что-то во сне страшное почувствовал. Прямо холодный пот прошиб. Но кто она тебе? Она работала в заведении «Маман». Здравствуйте, Анна Викторовна. Добрый день. Мне необходимо увидеть... У вас что-то важное? А то, видите ли, немного занят. Это девушка? А откуда вы знаете? Ой, случайно. Сам узнал только от задержанного. А кто он? Студент Вершинин, товарищ мой. Его подозревают?
Надеюсь, нет. Ну что? Что все повылазили? Господин следователь ко мне пришел. Быстро по комнатам! Подождите, Аглая Ивановна. Я хочу с девушками поговорить. Скажите, над ней сильно издевались? Они Женечку по дороге схватили. Кто-нибудь знает, с кем она могла встречаться на Малой Купеческой? Ее гости в такую дыру не хаживали. Не гости, а знакомые какие. Если сама решила, то сама и пошла. Ничего не боялась. Женечка, она отчаянная была. Она за правду прям на рожон лезла. Глаза белые делались. А жуть. За правду ее поди и убили. За какую такую правду? А мне почем знать? Позвольте. Женечка, она не любила о своих делах болтать. Господин следователь, клиент у меня есть один. Ну, такой. Запрос у него специальный. Он тут грозился иголками тыкать. Говорит, мне любо-дорого смотреть, как тебя корчит. Он тут Женечкой интересовался. Кто такой? Жорж. Псевдоним для визитов к вам? Не могу знать. У нас не принято документы спрашивать. В последний раз, когда он был, он все за Женечку засматривался. А так он только ко мне ходит. Может быть, они это, сговорились? Когда он снова придет? Да кто же его знает? У него нет расписания. Если появится, сообщить сможете? Непременно. Только вы, маман, не говорите. Ой, что-то я боюсь теперь Жоржа этого. Ну, а что вам бояться? Любовь у вас давняя? Он совсем сдурел. Все хуже и хуже, прям одержимый. Издевается, как над лягушкой какой. А Женечка этого терпеть не стала бы. Значит, если появится, сразу за мной присылайте. Мне сказали, что вы здесь, и я вот. Убитую звали Евгения Григорьева. Мать умерла, а вот отец жив, возможно. В Заречной Слободе на том берегу жили, так что вы отыщите, кто есть из родственников, и опросите. Непременно. А что с Вершининым? Серьезные против него улики? Так вы что, осведомлены уже? Допросил его, вины своей не признает. Улики? Улики еще надо искать. Я давно знаю его. Он не похож на убийцу. И это говорит мне сыщик? Похож, не похож? Удивляете вы меня. Да в голове не укладывается. Приятель, можно сказать, под подозрением. Благодарю. Доктор Сомов Константин Алексеевич, прошу его, как говорится, любить и жаловать. Здравствуйте. Штольман, следователь. Очень приятно. Дело в том, что доктор Сомов, я полагаю, был единственным, кто мог выписать морфин. Вы позволите? Конечно. Собственно, назначение абсолютно соответствовало показаниям. Выхода, к сожалению, не было никакого, у нее уже начинались боли. Так вы лечили ее? Да, это моя пациентка. И болезнь у нее была неизлечима? Да, и она об этом знала доподлинно. В курсе были, чем девушка на жизнь зарабатывает? Меня, как врача, это мало интересовало. Я провел обследование и выявил опухоль. И сразу же ей сообщили? Обрисовал ей общее положение дел. Максимум полгода тяжелой болезни, очень тяжелой. Признаться, восприняла она это совершенно спокойно. Возможно, уже чувствовала что-то? Да, несомненно. Ну что ж, благодарю вас. Вы свободны.
значит, доктор Сомов? И что же он за птица? Он очень толковый доктор, имеет свою частную практику. Что же он в таком случае в больнице делает? Ну, так ведь наш попечитель, ну, господин Яковлев. Он что, к нему отношение имеет? Сомов его личный семейный доктор. Вот как. То доктор, то управляющий. И за всеми господин Яковлев. Вы что, полагаете, что это он мог заинтересоваться девушкой? Во всяком случае, эти отношения нужно проверить. При таких-то обстоятельствах могла и на шантаж пойти. Кадетик! Тоненький, миленький. Не дадите покурить? Так я не курю. Ну тогда лафиту. Ужас, как мы любим лафит с шоколадом. Ну не жмойтесь, ну. На это я погляжу, у вас тоже нет средств. Она ж кровопийца, Паша. Тварь! Ползучий. Даже сегодня работает. Ой, Лимончик наш пришел. Ну что, мы в этот раз будем, как в прошлый день? Да, моя ненаглядная. Графиня наша, даже думать нечего, за деньги купили. Я сама слышала, как маман с экономкой это говорили. А им-то что? Ну, говорят, не могла она не сэкономить. Сама увидишь, как они начнут деньги искать. Спрячь меня, Лиза. Не поеду я больше с ним. Хоть под землю провались от него. Иди в полицию. Найди следователя Штульмана. Я пока его здесь отвлеку. Поняла? Хорошо. Собирайся, милая. Прогуляемся. Куда на этот раз? Хоть бы и в номера. Ну, не томи. Собирайся. За все уплачено. Палкаш, лафиту, шоколаду и фруктов. А мне, как обычно. Ну, не томи. Не томи. Григорьев? Валентина? Да. Я вас весь день разыскиваю по всей Слободке, а вы вон где. В городе. Хорошо, добрые люди подсказали. А вы кто? Я из полиции, и у меня для вас плохая новость. Ваша дочь Евгения погибла. Ее убили прошлой ночью. Кто? Кто? Неизвестно, но мы ищем убийцу и непременно найдем. Да, ушла из дома. Она 12 годов, как ушла из дома. Господи, ты что ж ты делаешь, а? Я ее искал, я ее постоянно искал, но я ничего не знал о ней. Простите, но я должен спросить, вы знали, что она работала в заведении «Маман»? Что? У нее был желтый билет. Желтый билет? Широкой всей этой артели то туда, то сюда. Ну как я мог что-то знать, а? Скажите, что вы сейчас делаете в городе? Что? В городе, что? Что я здесь сделал? Подряд на стройку. Я уже третьи сутки так катаюсь в этом. Скажите, а до этого вы в городе давно были? Давно. А дочь видели? Дочь в последний раз видели тогда?
Тогда 12 лет, верно? Да? Она принципы свои имела. И мнение самого резкого свойства не боялась высказывать. Положим, и что? Да вот, да хоть бы полкану этому влепила. Недавно. Вот знаете, гостей из трактира вводил. Совершенно непотребных. Так она, не стесняясь в выражениях, начала его за какого-то психа отчитывать. В больницу, говорит, его надо свести, а не ублажать. Если б я только уговорил ее уехать. Не стоит брать на себя того, что не по силам? Нет. Она могла бы выучиться. И навсегда заброситься своим делом. Да, да только она не верила никогда. Потому что не первый у нее такой. С романтическими чувствами. Вы, Николай, свободны. Я действительно свободен. Я могу идти? Да, я не вижу пока причин вас задерживать. Да, из города не отлучайтесь. Войдите. Господин Штольман, меня Паша отправила к вам. Ох, нет. Достанется мне от твоих родителей. Ты должна ценить такого дядю, который тебя по местам преступлений прогуливает. О да, мне страшно повезло. Ты не знаешь, что несколько часов назад здесь кого-то и убили. Давай уже начнем. Ну что ей мешает? Ведь не просто так она возле студента явилась. Я же просто хочу помочь. Скажите, любезная, а в каком номере только что уединилась парочка? Сударь, я не понимаю. Прекрасно вы меня понимаете. Может быть, она сама не хочет, чтобы ей помогали. Такое случается. Я не знаю, что вы там себе вообразили, но у нас приличное заведение. Ежели желаете комнату... Ее смерть была ужасна. И остались люди, которые хотят знать, как это случилось. Однако, Аннет, у нее могут быть совсем другие резоны. Эти резоны нам неведомы. Что это вы думали? Боишься? Хорошо, я из полиции. И советую вам отвечать быстрее. В какой номер уединился господин средних лет с молоденькой девицей? Кто ты? Поиграй со мной. Проси. Проси. Откуда же мне знать, что вы полиция? Может быть, муж какой-нибудь ревнивый? Я Женю звала. А я ее Женя, разве ты не видишь? Почему? Я просто пощекочу. Они прошились в номер 6. Так это там, где убийство было? Точно так-с. Так там уже все убрали! Здесь скверно, совсем все скверно делаешь. Я всем об этом расскажу. Дверь откройте! Минуту! Вы что тут делаете, черт подери? Яков Латунович, я просто...
хотела. То есть мы хотели. Помогите! Отвяжите меня! Где он? Сбежал! Развяжите меня! Девушку развяжите. Не знаю я его настоящего имени. Ничего я о нем не знаю. Побоялась спрашивать. Как я хотела вырваться. Он озверел. Сатана есть сатана. А тут вы. Полиция, полиция. А что, если он меня на улице поджидает? Сбежал он. Думаю, больше к вам не подойдет. А если подойдет? Петр Иванович, девушку проводите. Я вас провожу. Спасибо вам. Век благодарна буду. Я сначала завезу тебя домой, а уж потом барышню. Я доберусь. Ты не переживай за меня. А ну я провожу. Честь имею. Что же вы, Яков Платонович, барышню проводить отказывались? Много чести. Не замечала я за вами этого. Высокомерие. Помилуйте, эта подопечная маман сама выбрала свой путь. Сама? Да. А был ли выбор у нее? И вы туда же. Я сегодня уже разговаривал с одним студентом-идеалистом. Перевоспитать нашу убиенную, думаю. А если бы у него получилось? И жили бы они долго и счастливо. Если бы. Вот только далеки все эти мечтания от реальности. Вы считаете, что этот Жорж и есть убийца Жени? Выводы делать рано. Если бы не ваша самодеятельность, наверное, мы узнали бы чуть больше. Может, расскажете, кто вас вывел на это дело? Одна из ее подруг. Так я и думал. Лиза? Я прошу вас, вы берегите себя. Этим маньяком может оказаться кто угодно. Вы так трогательно заботитесь обо мне. Спасибо. Да, да. Я старый, вон, Иван, и бессонница уже возрастная имеется, а вот ты... А что я? Девушке следует иметь цветущий вид лица. А для этого надо, ну, ложиться рано. Надела. Так, ты, значит... Да, да. Я как только барышню проводил, так встретил своего приятеля давнего, да. Тихо. Старинного. Давнего, давнего. Вот. Как только встретил его, так мы с ним всю ночь в трактире просидели. Ой. Все разговаривали с ним, разговаривали. Кто да сё. И, мол,
вспомнили. И... А он болтун. Ой, хуй болтун. Ужасно. Ну, человек замечательный. Прекрасный человек. А выглядишь ты... Выглядишь ты уставший. Опять всю ночь с духами. Ну, чего ты вот себя изводишь по ночам? Вспомни лучше лицо нашего сыщика. Уж меня до слез ставил. Ангел во плоти. Спасите, помогите. А наш ребенок, он такой ребенок. Не желаете ли угостить даму Мадерою? Вообще все женщины, конечно, как дети. И как дети. Ну вот. Потому что они не хотят отвечать на взрослые вопросы. Что? Ну зачем она тогда вообще приходит? Куда? Я поняла. Она просто долго не может противиться моей воле. Поэтому она приходит ребенком. Ну, чтобы ни за что не отвечать. Дядя! Ой, ты гений! Обращайся. Я пойду посплю. Ночь тяжелая. Сама решила уйти. Сама. И ничего я тебе не скажу. Не тревожь меня больше. Толку от отца этого никакого. С 12 лет он ее не видел с тех пор, как она из дома сбежала. Какая несладкая жизнь. Хорошо, что он выпивший был, с пьяну поплакал. Да вроде смирился. Иначе не знаю, как бы я ему сказал. И где он теперь? На постоялом дворе, что за ярмаркой. На стройке там работает. С тех пор, как жена умерла, живет бобылем, других детей нет. Надеюсь, с господином студентом все в порядке? Стреляться не надумал? Господь с вами. Десятой дорогой должен он обходить публичный дом. Это же ловушка для идеалистов. А вы, Яков Платоныч, не верите в чистые намерения по отношению к девушкам такого рода, да? Ад полон добрых намерений и пожеланий, Антон Андреевич. Все еще подозреваете Вершинина? Уже нет. Думаю, Евгения другому тайное свидание устроила. Неужели Жоржу? А может и Жоржу, а может быть, уважаемому господину Белецкому? А вы спросили, от чего умерла жена Григорьева? Нет. Это же было 10 лет назад. Неужели вы думаете, есть какая-то связь? Прошлое иногда возвращается. Здравствуйте, Анна Викторовна. Она сама этого хотела. Евгения, она хотела, чтобы ее убили. Это вам она сама сообщила? Да. А почему она хотела, она вам не объяснила?
Нет, она не хочет об этом разговаривать. Своенравные духи пошли. Ни порядка тебе, ни закона. В участках их не вызовешь. Анна Викторовна, извините. Григорьеву отправляйтесь. Ранены? Что с вами? За нож схватился. Кто это был? Не знаю. Вам надо срочно к доктору. За что они напали на вас? Я ж говорил, не знаю. Все, идемте. Чем могу быть полезен? Скажите-ка, любезный управляющий, ваш дома? Извольте, пожалуйста, за мной. Добрый день. Управляющий Белецкий к вашим услугам. Штольман Яков Платоныч, начальник сыскного отделения. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Чем могу служить? Я по поводу убитой девушки из заведения Аглая Львовна. Вы ее знали? Разумеется. Иначе бы вы сюда не пришли. Разумно. Часто там бывали? Случалось. И всегда забирали Евгению с собой? Не помню. Кажется, да. Доктора Сомова вы ей рекомендовали? Нет. Вот доктора я ей не рекомендовал. Уверены? Совершенно. Что ж, получается, если бы вы в действительности общались с девушкой из заведения «Маман», неужели не поинтересовались бы ее здоровьем? У
мне бы не хотелось вызывать в отделение на допрос уважаемого человека. Так что следствие просит от вас помощи. Я вас понимаю. Яков Платоныч. Благодарю. Здравствуйте, Яков Платоныч. Желаете отужинать? Нет, благодарствую. Милостивый сударь, уделите мне минуту вашего времени. С кем Григорьева встречалась в меблированных комнатах? Я ничего не знаю! Она не была моей лучшей подружкой. Врешь. Все обо всех ты знаешь. Отстань от меня! Я увечена от детских лет! Поэтому я обнаглел в конец. Только не надо меня бить. Пожалуйста. Говори. Кто такой Жорж? Я его здесь встретила. С виду так, обычно приказной. Но иногда мелькает что-то в глазах. Такого я сразу понял. Он парень не промах. Это непростой парень. Непростой. Если бы вы знали, чем он на жизнь зарабатывает? Кто это? Некто Григорьев. Антон Андреевич, его привезли. Вас дожидаются. Да я его и не разглядел. Там темно было и вообще не до этого. Ну, такой молодой, крепкий. Да вы тоже не из робкого десятка, как я погляжу? Да, сила есть пока. Почему напали на вас? Да почему, я знаю. Должна же быть какая-то причина. Я человек мирный. Никого не обидел. Артель мной довольна. Не ведаю я. И никаких предположений? Да не было такого. Ну, по молодости, да, было, дрался. Что было, то было. А теперь чего уж. Я человек степенный. Ладно, а что с женой с вашей случилось? С какой женой? Я уже 10 лет как вдовец. Да вот с той женой, что померла. Так померла. От чего? Беда. Напали ночью на улице. Домой пришла избитая. И померла через время. Кто напал? Почему? Ну, ограбить поди хотели. А кто? Неведомо. А вы не думаете, что между всеми этими случаями есть связь? Дочь вашу убили. Жену 10 лет назад убили. Вас хотели убить? В чем причина? На все воля Божья. Сударыня, здесь вам не воля Божья! Платон, что тут такое в самом деле? Господин Штольман! Это кошмар какой-то! Пропала моя девушка, Лиза! Thank you.
Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Кошмар какой-то. Как пропала? Не было ее дома. Нет ее вещей. И что? Ее кто-то выманил из дома, уверяю вас. Допустим, она уехала. Не в рабстве же она у вас. Она никогда, никогда не ушла бы сама, уверяю. Боже мой, ее убили, ее убили. Антон Андреевич, дайте команду городовым, пусть отобьют телеграмму по всем станциям. Елизавета Тихоновна Жолдина. Слышали? Слушаюсь. А вы, Аглая Львовна, да. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Это такое горе. Это такое горе. Это такое горе. Горе. Молодой человек. Может, все-таки кто-то думает, что Женя передала деньги вам? Я не знаю. Я не видел никаких денег. А вот отец я скверный. Не доглядел за ней, а после матери и покатилась по наклонной. Ну что ж, вы свободны, господин Григорьев. Благодарю вас. Только советую смотреть по сторонам. Мне бояться нечего. Я человек честный. Петиция королеве Виктории. Более миллиона английских женщин просят Ее Величество о закрытии публичных домов в воскресенье. А я вот соседку нашу вспомнила. Заревскую. Это ту, что с драгунским поручиком сбежала? Она самая. Я чего ж ты ее вспомнил? Да так вот, ассоциации. Наверняка в каком-нибудь борделе. У какой-нибудь мама. Послушай, ну почему же обязательно в борделе? Бежать с поручиком, значит, непременно в бордель. Нет, ты посмотри. Ну, новости как по заказу. Переполох в заведении маман. Девицы заведения пропадают одна за одной. Так где она? У себя. Надеюсь, она далека от этого дела с девицами. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Поиграем в прятки? Ты где? Ну, поиграй со мной. Женя, где ты? Она встречалась? Не знаю, у нее спроси. А кто он, Жорж? Женя большая, говорит, он гадкий. Глупый партняшка. Портной? Ты не играешь, скучно с тобой. Аннет, ты... Играешь с привидениями в прятки? Угадал.
Кажется, я знаю, кто такой Жорж. Добрый день, сударыня. Чем могу служить? Я просто зашла узнать, какие у вас здесь новинки. По адресу, по адресу. Если позволите. Только что прибыл с последний журнал из Парижа. Прошу. А вы портной? Точно так. Мадам сегодня в отъезде, так что я вместо нее еще и клиентов принимаюсь. А как ваше имя? На случай, если мне захочется заказать что-нибудь именно вам. Буду очень рад. Меня зовут Христофор Захарович. С восторгом выполню любой ваш заказ. Одно мгновение. Рекомендую вам обратить внимание на 10-й эскиз. Будет вам очень к лицу. Прошу прощения. Добрый день, сударь. Чем могу служить? Вы портной? Точно так. Что вы делали 3-го дня вечером с 12 до 2 часов ночи? Жорж, или как вас там? Только не вздумайте от меня бежать. Я прошу прощения. Какая-то ошибка. Меня зовут Христофор Захарович. Это в миру вы, Христофор. А в фантазиях ваших, Жорж, не так ли? Прошу вас. Не надо. При посторонних. А кто здесь посторонний? Мы с мадемуазель давно за вами наблюдаем. Я прошу вас, поверьтесь, я не убивал той девушки. Я вообще очень честный и законопослушный гражданин. В обычной жизни. А ночью вы что вытворяете? Где инструменты? Какие инструменты? Ваши инструменты, с которыми вы в меблированные комнаты ходите. Вы арестованы. В управление доставите. Нет! Я не делал ничего противозаконного. Они сами за деньги соглашаются. Соглашаются? Соглашаются, чтобы их калечили и убивали. Уводите. Анна Викторовна, вы тоже можете быть свободны. Наблюдение с этого господина снято. Что себе позволяете? Вы что, обиделись? От чего? Вы же в полиции уже почти служите. Вот еще. Помилуйте, я готов извиниться, если вы находите что-то оскорбительное в службе в полиции. В полиции я ничего не нахожу. Но вы, Яков Платоныч, шутите вы слишком резко. Прошу прощения. Вы что, здесь случайно оказались? Нет, не случайно. У меня здесь свое дознание. Дознание. Ну вот видите. Как же так? Ты бы приличный семейный человек. И вдруг какой-то Жорж. Вы уверены, что это он? Я пока ни в чем не уверен. А Лиза? Может быть, она знала, кто убийца, или догадалась, кто убил. Потому испугалась и в бега. Вы что, это знаете? Знаю. Пока всякая версия свой резон имеет. Отец убиенный в городе объявился, и на него тоже покушались. В самом деле? Где он остановился? Анна Викторовна. Я хочу выразить свои соболезнования. Я же все равно знаю. На постоялом дворе он остановился, возле ярмарки.
Спасибо. Я к вам еще зайду. Вспомнился. В карты играл с приятелями. Пять человек подтвердить могут. Пиши имена. Сию секунду. Только жене моей не говорите. Три дочки у меня. Я проверю. Прошу, сын. Прошу прощения. А что со мной будет? Я ведь не убивал и не калечил. Так припугнул только. Исключительно для остроты ощущений, если вы понимаете меня как мужчина. А что, Григорий, вы подкатывал? С Пашей уж не та острота ощущений была? Подкатывал. Ну, а чего не подкатывать? Публичный дом ведь. Но, знаете, с ней было не сговориться. Она такая своенравная была. Царствие небесное. Дежурный! Камеру. Что? Я не думаю, что Жорж убийца. Не похож он на умалишенного. Алиби пока проверяем. А управляющий Яковлево-Белецкий какое к делу? Касательство имеет. Был постоянный клиентом убитый, но пока полной ясности нет. Так вы уж с Яковлевым и правой рукой его извольте, пожалуйста, поделикатнее. Человек в городе мало сказать, что видный. Я лично знаком. Супруга и все семейство милейшие. Грех и беспокоить. Вот даже как. Я на вас полагаюсь. А маньяк это или не маньяк, вы мне его хоть из-под земли достаньте. Вы думаете? Елизавету по вашему приказанию сняли с поезда. Где она? В столе приводов. Занимаемся оформлением. Жива-здорова? О, живехонько. При ней обнаружена крупная сумма ассигнациями. Ну, обнаружили при личном обыске. Хорошенькая. Да и побожиться могу, сама Женечка мне их дала. Прямо в руку сама вложила. Конечно. Господин следователь не верит. Ну что же мне поделать-то, а? Не врать. Так я истинный бог, одну правду. Женечка, страдальца, знала, что больше не светимся. Как сейчас перед глазами стоит, деньги протягивает. Возьми, Лизонька. Может, хоть тебе счастье будет. Полгода жить я без бедного. Дружочек мой, единственный. И так смотрела. Словно в душу заглядывала. Мне к ней в ножки броситься. Да откуда знать, что не увижу графиню мою. Ну хватит. Не на театре же мы на самом деле. Знала, что болела подруга твоя? Что за болезнь? Это что, та страшная болезнь? Будто других болезней на свете нет. Что о Степане Яковлеве знаешь? Так это ж богатей какой. Управляющий его был.
Вы меня не путаете. А деньги тогда чьи? Скопила Женечка. Она умная была. А почему сама сбежала? Все знают, что не нашли у Жени даже копеечки. Вот и опасалась, что меня в воровстве обвинят. Дежурный! Уводи. Да вы госпожу Анну позовите. Она сама у Женечки спросит все. Ну так как? Прикажете позвать Анну Викторовну? Да вы что, Антон Андреевич. Будем невиновность девицы, деньги укравшие доказывать. Меня зовут Анна. Я по поводу вашей дочери. Григорьев, чем могу? Я знакомая вашей дочери. Похоже на девицу из заведения. А мы с ней познакомились в другом месте. Понятно. Хорошо. О чем вы хотите поговорить? Я хотела расспросить о Жене. Ну что мне теперь рассказывать? После материнской смерти все и пошло. А от чего она умерла? Ее избили на улице. Наверное, ограбить хотели. А как ее звали? Евдокия. А зачем вам? Помолюсь за нее. Слушайте, барышня, вы что, тоже деньги разыскиваете, да? Ну, смотрите, нет у меня никаких денег. Нет, нет, я совершенно по другому поводу. Нет, нет, нет. Поэтому Женю, говорят, убили из-за больших денег. И вы теперь все, как ищейки, рыщите и рыщите. Я знаю, что на вас было покушение. Слушайте, барышня, мне вообще-то надо идти к гробовщику. Я могу вам помочь? Чем вы мне можете помочь? Вы же не гробовщик. Больше нет, когда такой сумме взяться. Помните, Лиза говорила, что можно безбедно жить? Полгода жизни? Да, да. Ровно полгода жизни давал Евгений врач Яковлев. Но мы никак не сможем доказать, что это деньги Яковлева. Рад вас видеть, Анна Викторовна. Вы нас своими молитвами не оставите? Яков Платонович. Жаль.
жена Григорьева умерла от побоев. Да, он мне это говорил. На нее напали на улице. Ее и дома били. Это он вам сказал? Конечно, нет. Лиза нашлась. Жива и здорова. Позвольте мне с ней поговорить. Хоть я и не адвокат. Рвань базарная! Живодер! Елизавета Тихоновна, зря вы здесь цены свои разыгрываете. Барышня, помогите. Я денег не крала. На вас одну моя надежда. Помогите, скажите им. Простите меня, Лиза, если можете. Не в моих силах это доказать. Что же это, барышня? Как же это? И вы не верите? Верю. Что же теперь? Мне ни за что пропадать? Как сговорились все меня погубить, а? Ведь и Женя к вам не пошла. Знала, что зря. И что, наверное, смерть свою идет, чуяла. Подруга ваша на шантаж шла. Деньги вымогала, потому-то и представляла, как все закончится. Неправда. Не такая Женька. Она сказала, что человек есть, который ее ни в коем разе теперь не оставит. Жалко, не сказала, кто. Дело ведет следователь Штольман. Столичная штучка. Со скандалью, смею заметить, репутацией. С чем к тебе пожаловал? Накопал, что ее наблюдал Сомов. Спрашивал напрямую, не я ли рекомендовал. Что еще? Дал понять, что представляет, кто на самом деле с ней бывал. Помощи просил. Что там по делу? По делу Степана Игнатьевича пока ничего. Никуда не годится. Иди. А, постой. А чем он там в Петербурге скандалился? Дуэль. Говорят, за какую-то даму вступился. Ну, иди. А что, девушек из заведения обольщаться не стоит? Обольщаться не стоит. Их совратили, бросили в бордель, а теперь покупают их любовь. И женщины, которые ни при каких обстоятельствах в домах терпимости не окажутся. Разумеется. Общество подталкивает туда тех, кто слаб. Ведь Элиза, ведь же видит себе точно ребенок. Защищай себя. Вас послушаешь, так они прям святые. Я одно могу сказать. Осуждая Женю, мы никогда не найдем ее убийцу. Рука ваша. Заживет, что с ней станет? Ничего нового не вспомнили? Нечего мне вспоминать. Странный вы человек. За вами охотятся, вас преследуют. А вы отпираться вздумали? Ну, не знаю я, кто это был. Дочь ваша шантажировала своего женатого покровителя. Хорошо.
А я здесь при чем? А не вы ли всю эту затею выдумали? Евгения неизлечимо больная была. Разыскала вас, чтобы помириться. Но вы присоветовали ей, чтобы деньги у любовника вымогать. Да не виделись мы. Не виделись, и я не знал, что Женя болела. Сознаваться, я понимаю, вам не с руки. Да не в чем мне сознаваться. Только знайте, теперь жизнь ваша ломаного гроша не стоит. Ищут вас те, кто ее убил. Вот ошибаетесь вы, господин следователь. А сами? Сами где вы были? Третьего дня с 12 до 3 часов ночи. Вот здесь я был. Вот здесь я был. Ну где мне еще кто-нибудь быть? Кто-нибудь вас видел? Ну я не знаю. Видели меня, не видели. Я не знаю. Вы что думаете, что я свою дочь из-за денег убил? Да вы, ваше благородие. Я к вам городового представлю на всякий случай. Ну зачем мне это? Считайте, что для охраны. Спасибо. Кого караулим? Че? Хочешь, чтобы оторву? Ждешь кого? Бабу. Бабу свою жду. А, так пошли к ней? Не пойду. Пошли, со мной в управление пройдешься. Не знаю, что вам надо. Может, сплясать? Дерзкий, значит? Понадобится, и спляшешь. Антимония, тут с тобой никто разводить не будет. Кто ж тебя к Григорию-то представил? Не знаю никакого Григория. Продолжай свою карусель, на. Дружков своих. Сдашь, отпущу. Каких дружков? Я же все равно найду. А слух пущу, что ты навел. И какая мне тогда разница? Разница такая, что слух я пущу до того, как их поймаю. Зря стараетесь. Не знаю ничего. Ну-ну. Посиди, подумай. Да мне и думать нечего. Ну, конечно. Мозгами раскинуть не привыкши, да? Яков Платоныч! Так морда натурально каторжная. Они Женю убили, а теперь за отцом ее охотятся. И есть пока одна заковыка. В чем же это? Сколько было на теле девушки ножевых ран? А эта публика привычена с одного удара на тот свет отправлять. Хорошо. Убил, может быть, Белецкий. А потом нанял людей, чтобы они отца добили. Он за шантаж. А что, отец не виновен? А за что же? За что же ему дочку-то убивать? Не является мне больше мать Жени. Кто ее там бил? Что случилось? Не знаю. Она Штольман разберется. Ты как будто ему совсем не доверяешь. Послушай. Пошел, послушай. Мы при свечах болтали долго о том, что мир порабощен кошмаром мелочного города. Совсем не в себе. Что ты видишь? Что ты видишь? Это какая-то тайна ее матери. Ты о ком? А Жене, Жене, она хранит ее, понимаешь? Оставь это дело, что ли, мне? Оставь, что ли, мне? Нарочно все запутано. А кто обещал, что нам убийцу на блюдечке подадут? Войдите. Ваше Кабродие, к вам господин Яковлев, Степан Игнатьевич. Здравствуйте. Я хотел бы переговорить с вами.
если возможно, с глазу на глаз. Благодарен вам, что дали возможность мне прийти самому. Смею надеяться, что вы поймете меня как мужчина, войдете в мое положение. Не делай это, следователя, в положение входить. Понимаю. Однако надеюсь, что мое имя не будет упомянуто в связи с этой историей. С Женей действительно встречался я. Мы были знакомы с ней всего лишь месяц. Однажды ей стало плохо, и я настоял, чтобы она обратилась к моему доктору. Он вынес ей диагноз. И как она это приняла? Она улыбнулась сквозь слезы и сказала, что может оно и к лучшему. Скоро с матерью встретится. Женя необыкновенная девушка. Да, если вы нашли деньги, знаете, это я и сам хотел помочь. А кто знал, что вы дали ей крупную сумму? Никто. Я дал ей лично в руки. Мне кажется, она даже не поверила. А о вашей связи с Женей кто-то знал, кроме Белецкого? Только студент. Ее воздыхатель. Я его видел несколько раз, но Женя сказала, что он безобидный. Значит, он и за вами следил. Я со своей стороны делаю все, что в моих силах. Использую все свои возможности, чтобы найти убийцу. Надеюсь, вы понимаете, что должны сообщать полиции обо всех вновь открывающихся обстоятельствах. И самосуд не устраивать. Честь имею. Дежурный! Господин Вершинин сюда. А Яков Платонович не закончил еще беседу с посетителем? Так выходили уже. Я за студентом Вершинина отправил. Как, за Вершининым? Ну да, я и послал за ним. Чтобы закончить с этими допросами полицейскими. Желаю поскорее все прекратить. Так меня вполне обнадежили. Сегодня же обещали. Ты скажи им, что я жду результата. А куш можешь удвоить. Я не ослышался? Удвоить? Удвоить. Ступай. Антон Андреевич, вот уж кого не ждали. Антон Андреевич ко мне. Это я просила его зайти. И теперь забираю его подальше от ваших расспросов. Эх, Анна Викторовна, это мы с вами полагаем, что Вершинин невиновен. Платоныч церемониться не станут. Да вы что хотите сказать, что он невиновного за решетку посадит? Не то я хотел сказать. Не точно выразился. Опасаюсь, что на допросе Николай вину на себя примет. Что же делать? Поговорить с Яковом Платонычем. Конечно, могу с ним поговорить. Но вы же знаете, что я для него... Не авторитет. Что вы? Он, конечно, делает вид, но на самом деле часто прислушивается к вашему мнению. Антон Андреевич, Анна, ты куда? Помогу Антону Андреевичу содержать
преступника. И весьма опасного. Мария Тимофеевна. Да. Всего один урок английского для моего племянника. Время поджимает. Дело надо бы за 2 дня кончить. А уговор? Деньги вдвойне. Люблю такой разговор. Когда в кармане звенит, сявка хорошо бежит. Заметано. Осведомлен, что Женя встречается со Степаном Яковлевым. Но больше я с ней никого не видел. Николай, вы должны будете мне помочь. Хотя моя просьба может показаться вам странной. Я готов. Все, что скажете, лишь бы убийцу поймать. Я устрою вам очную ставку, на которой перед вами, скажем, будет 3 подозреваемых. И вы должны будете указать, что видели, как один из них уходил из номера Жени в ночь убийства. Но ведь я никого не видел. Сделайте это ради Жени. Убил. Я никого не убивал. Яков Платоныч! А где Яков Платоныч? Вышел он. Велел его здесь дожидаться. Ага. Так тебе что? Не допрашивали? Вызвали только как свидетеля. Этих в арестантскую. И свидетель Вершинина ко мне. Свидетель Вершинин, перед вами 3 подозреваемых. Укажите, кто 3-го дня ночью выходил из комнаты Евгении Григорьевой.
Его. Его видел. Уверены? Совершенно. Видел, как он из комнаты Жени выходил. Этого никто не мог видеть. Этого никто не мог видеть или это не могло быть? Убийца отец? Да, только убийцей он себя не считает. Да и отцом как будто тоже. Анна Викторовна, здесь будет проводиться допрос, так что я попросил бы вас. Посмотри же ты на меня, не стесняйся. Думаешь, я за твои поганые 3 рубля страсть неземную изображать буду? А как ты у девки бесстыдной в ногах ползал? Ты меня графиней сделал, сам увидев, не узнал даже. А я всем расскажу, как ты мать бил. Однажды до смерти забил. Боишься меня? Боишься убийц? А в живых еще больше боишься оставить, да? Ее она гулящая была. В подоле принесла, от кого, не знаю. Поэтому вы ее до смерти и забили. Я стращал. Я стращал, как стращают все. Ну как ее иначе? В узде-то удержишь. А дочка, она вся в нее пошла. Дежурный, уводите. Она скаженная. Она хотела, чтобы я ее убил. Как вы Григорьева нашли? Это для вас, для фараонов, кругом тайны. А для фартовых людей все как на ладони. Один из наших, что в борделе ошивается, видел его с Женькой. Белецкий вам деньги за убийцу предложил? Может, оно и так. Только я тебе ничего не скажу. Ну, помяли мы этого Григорьева в номерах. Глупая драка. А больше ничего не было. Ну, так это мы еще поглядим. А как вы догадались, что Григорьев убил? Одно то, что он в городе оказался в момент убийства Жени, насторожило. Да и вся эта история с убийством ее матери. Но доказать было невозможно. А когда Лиза пропала, засомневались таки? Был такой момент. Но все разрешилось, когда Яковлев объяснился, верно? Понятно стало, что он к воровским обратился. Как хотел убийцу покарать. А деньги-то что делают? Сразу свидетель отыскался. А вот свидетеля у нас не было. И я попросил Вершинина нам подыграть. Тоже свидетельствовать. А я думал, вы арестовать его хотите, поэтому Анну Викторовну позвал. А как она убийца-то, а? Все четко она просчитала, как по нотам разыграла. Невероятная девушка! Не захотела она тебе помочь или не смогла? Нам это узнать невозможно. Скажи еще, не подвластна человеческому разуму. А как ты любишь? И что же? И не подвластна. Даже с таким даром, как у тебя. Дядь, ты мне льстишь. Ну, разве что самую малость. Извини.
Допрос Григорьева из головы не выходит. Как вам это удается? Как же вам объяснить? На языке вам понятно. Может, попробуете? Женя знала, что Григорьев может убить. И хотела этого. Вот такое страшное придумала наказание. Не могу я поверить, что она искала такую смерть, чтобы наказать отчима. Ведь она не хотела, чтобы мы знали, кто убийца. Но у нее была вера в высший суд. Она верила, что приговор высшего суда, а не земного, это и есть самое страшное наказание. Сложновато как-то. А вы всегда ищете в людях что-то хорошее. Может, поэтому вам и дается много больше, чем другим? Иногда мне хочется быть самой обыкновенной девушкой. Никогда вы обыкновенной не будете, Анна Петровна. А вы, Яков Платоныч, никогда не научитесь видеть то, что вы не способны принять.